минувшие выходные Кирово-Чепецк отметил свой 66-й день рождения. В Центре культурного развития с любимым праздником горожан поздравил директор компании «Уралхим» Анатолий Шабалинский. К особенной дате компания решила сделать чепчанам подарок. Это будет арт-объект с подсветкой в центре кольцевой развязки на улице Братьев Васнецовых. Жители сами проголосовали за этот вариант. Очень много впереди идей. Это и строительство новых социальных объектов, это и организация учебных заведений. Бизнес развивается, впереди строительство новых площадок, новых объектов. Очень-очень много всего интересного. Главное, что это все мы должны с вами поддерживать. Это самое главное. Поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, счастья, а нашему городу развития и любви. Продолжилось празднование Дня города в Кирово-Чепецке эко-квестом «Чистые игры». За полтора часа на одной из улиц города 27 команд собрали 414 мешков мусора и огромную кучу веток. Найденные артефакты, стекло и пластик сдадут в переработку. Ветки раздробят на стружку. Благодаря генеральному партнеру компании «Уралхим» все это проходит в первую очередь. Буквально на глазах, как вы видели, опушка этого зеленого массива расчистилась. Этот участок жители хотят впоследствии превратить в зону для отдыха. Вот у нас такой первый шаг для этого. На этом сюрпризы для чепчан не закончились. Самые спортивные горожане померились силами в легкоатлетической эстафете. В забеге смешанных команд пальму первенства завоевала сборная «Уралхима». Залогом такого успеха, по словам участников команды, стала отличная физическая форма и сплоченность коллектива. Ну, потому что, наверное, спорт он все равно нужен, чтобы разбавить немножко свою трудовую деятельность и как-то отвлечься, чтобы с новыми силами можно было работать. И так, для поддержания здоровья, физической формы. Пожалуй, одной из самых насыщенных локаций выступила Вятская набережная. Здесь каждый смог найти развлечение по душе. Любители экстрим-спорта наслаждались силовыми шоу. В это же время буквально в нескольких метрах выступали различные вокальные коллективы. Тут вам и народные песни, и современные мотивы. Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на дороге это да. Чепчане все как один в приподнятом настроении гуляли, танцевали, пели и поздравляли любимый город с праздником. Любимый город, поздравляю с праздником. Цвети, расти и процветай. Мы желаем городу оставаться таким же красивым, всегда нарядным, и чтобы у нас побольше проходило таких мероприятий. Чтобы жизнь была веселая, счастливая. И всего самого лучшего. Процветания нашему городу и всего-всего хорошего нашим жителям. Изюминкой гуляний в этом году стало фееричное шоу столичных барабанщиков. Завершился день рождения Чепецка ярким красочным фейерверком. Ульяна Ездакова, Владимир Лисик, Бюро новостей Давича.